В общем, мы дома. Забрали Сережу, съездили. И дети решили порисовать. Они сейчас выкупались опять с шариками. Опять была веселуха. Уже в пижамах, уже чистенькие. И решили порисовать то, что Алиса в эпицентре купила. Сережа себе выбрала оленя, а Алиса себе выбрала совушку такую. Это я звездочки рисую. Угу, хорошо. Ты видишь, какая это краска? Это акриловая. Да, она такая красивая. Она красивая, и она, ну, ее так много не надо брать, как ты сейчас взяла. Вот это размазывай как можно на больше. Прости, что столько взяла. Нет, хорошо? Ничего, зайка, не извиняйся, солнышко. Перестань все время извиняться, зайка. Почему? Потому что ты нигде ни в чем не виновата. И только зря извиняешься. Извиняются, когда кого-то ударили, толкнули, обидели. Так, теперь мне надо желтый. А, желтый так можно? Да, Алиса уже им порисовала. А ты что, раскрашиваешь осёл, а как-то? Это не осёл, это же олень. Да, то есть олень. Тут можно, солнышко, взять маленькую кисточку и просто по контуру маленькой кисточкой обводить звездочку, чтобы большой не влезть. Эти акриловые краски мне так нравятся. Да, они классные, но и очень дорогие, и оно будет как картина. Вот это у тебя как ткань? Видишь, вот это сама основа. Давайте посмотрим, что тут у детей получилось. Я пока отходила, уборкой занималась. Вот Серёжкин олень. Теперь фон рисует. Вообще, надо сначала фон было закрасить, а потом оленя, но ничего. Так, и вот Лисюшкина сова. Она сове сделала шапку жабку. Так она и была. Ну да, шапка-жабка. Бриф. Поет, моет руки, поет. Ковры в химчистке. Оба отдадут где-то дней через 7-10. Певица моя. Зубки почистить еще надо. С чем вы там забили уже раковину? Ого, да уж. Мам, поможешь отмыть ногти? Ну, мой как отмоется, а потом будешь завтра мыть еще руки, оно еще отмоется. Теперь все ногти в черной краске. В общем, первые две картины уже готовы. Коричневый. Вот поэтому сначала надо было фон закрашивать. Видишь, ты теперь цепляешь другую краску. И вот так получается, размазывается. И что, может, сзади него там что-то темное, кусты. Всем привет. Мое утро начинается вот так. На мне лежит малышка, и всю ночь она бегала нам по головам. Я не знаю, почему и зачем. Туда-сюда, туда-сюда. Да, но под утро улеглась. С разбегу на живот как запрыгнет. Что это было, Мася? Что это была за ночка? Он мне все оттоптал. Дети пока еще спят. Я монтирую. В данный момент уже делаю в фотошопе картинку. Сейчас добавлю текст. Вот у меня каждое утро, в принципе, так начинается, пока все спят. То я работаю, скажем так. Потому что потом надо куда-то ехать, что-то делать. Уже не будет времени. А пока утро. Я просыпаюсь рано и хочу еще спать, но перебарываю себя, потому что знаю, что надо сделать видео. Вот, с вечера я в последнее время не успеваю это делать. Так, лучше или не лучше? Нет, так не лучше. Ладно, пусть так и будет. Сейчас чуть-чуть еще осветлим. Сделаем поярче. Тут можно накрутить цвета, сделать понасыщеннее. Ну и можно как-то все-таки отделить одну картинку от другой, хоть какой-то маленькой белой полосочкой. Вот, картинки я делаю достаточно быстро, сильно не заморачиваясь, потому что нету на это времени, чтобы их там делать очень крутыми какими-то. Это могло бы, конечно, добавить просмотров, если бы картинки были получше, но у меня, знаете, когда рассчитываешь время как-то, чтобы успевать еще жить, а не только этим всем заниматься, то какую-то уже золотую середину находишь. Для меня золотая середина выглядит, ну, вот примерно так.
Нормально, все, сохраняю картинку. Так, доброе утро. Дети завтракают. Мурочка валяется. И вот это мне очень понравилось, как тут развалились коты. Только единственное, что, знаете, я вспоминаю, как тут Симба 2 дня назад лежал, балдел. А сейчас он у нас на кастрации, и я за него так переживаю, как там все пройдет. Вот, ну, мы его обследовали перед кастрацией, даже лечили, там ему что-то прописывали, кровь ему поздавали. То есть все должно пройти хорошо, но я все равно переживаю. Манечка. Это мы для котов все построили. Да я вижу, котам нравится. Манечка, подушки девочка. Им поотдавали мягкие. Бон-бош. У котов тут свой рай. Манечка. Домик. А вон мои гиганты, улитки повылазили наверх. И такие гигантские стали, я вам попозже покажу. Опять тревога. Слушайте, у нас тревоги просто одна за другой. Страшно куда-то и ездить. И причем все время угроза баллистики. Маня, ты что, помнишь, что это твой сын до сих пор? Вряд ли. Ты же не можешь помнить, что это твой сын. А, все нормально, Алисенька. Давай, доедай, сейчас будем собираться. Ну, у Алисы кружок там же, где бомбоубежище, но туда же еще доехать надо. У нас сегодня индивидуалка. Я сейчас вот глажу ей футболку. Дала Хомке брокколи, а он ушел в уголок. Так, Лисюш, давай, обувайся. Хорошо. Сейчас едем все вместе, Катюша с нами. Заедем в магазинчик, одежду выберем Кате и мне какую-то. После Алисиной тренировки. А Тима-то как тут расслабился в Эрастаке. Ты, Тим, не расслабляйся, ты в понедельник тоже записан. Как и Симба. Вот обязательно кому-то надо прийти и понюхать. Бан-бан. Мы уже мчимся на индивидуалку. Сейчас Алиска будет лазить второй раз. Ну, ты страшный, но я хочу. Мама. Да не бойся. У тебя не такие скользкие ботинки. Как у него. Ноги немного соскальзывают. Давай скорее опаздываем. Ну, вернее, не опаздываем, но надо уже быть там. Сережа с сумкой сегодня. Катя с сумкой. Алис, нам с тобой тоже сумки надо. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Не спеши. Летом. Это как ракета. О. Да. А теперь прыгаем назад. Да, еще надо. О, закрепляйся. О. И. О. И. Можешь ножки так соединить. Будешь как жабка. О. Смотри на меня, Саша. Только держись руками. Давай еще раз, только попробуй уже сама запутаться. Хорошо, я сама попробую. Тихо. Вот. Ерещи там. Только ручки не. Через вперед. Я знаю. Там молодец. Я не знаю, да, я сама. Так, хлопик у тебя. Иди.
Я знаю все. Дальше сама, хорошо? Давай. Только не катайся. Я не катаюсь, я стараюсь. Нет, только ногу не так. Не так, через сторону. Да помнит не катай. Ты сейчас упадешь так. Да не упаду. Упадешь. Упаду. Во. Упал. Молодец. Молодец. Слазишь тоже сама? Да, только быстро. Довольная. Сейчас как качелька. Как качелька? Качелька, давай. Чего сильнее качельника? Вот, Алиска, если ты на шпагат сядешь, ты сможешь очень классные элементы делать. Да, ну такой шпагат. Поэтому нужен шпагат. Я сама. Молодец. Через сторону. Вот тут стена. Представь, что тут стена. Вот сюда нельзя. Вот. И вылазь наверх. Я потом сама попробую. Да, конечно, попробуй. Можешь еще выше чуть подлезть. Еще выше. Ну да. О. Вот так вот. Все. Угу. Теперь слазим. Я сам послезу. Я знаю уже как. Молодец. Сейчас сама. Давай. Тихо. Слезай. Да, еще ложится. Ложится. Вот тут стенка. Сюда нельзя ножки. О! О, молодец. Хватит, где держи ящик. Папа! Я держу гамак, чтобы ты не катала. Хочешь так попросить? Да? Он хочет попробовать. Иди попробуй. Хочешь попробовать? Серёжа, я тебя научу. Ложись. Да. Я сама могу. Алиска, ну ты ж не тренер, стоп, зайчик. Стоп, через сторону. О. И подтягивайся. Давай, давай. Но. О. Ой, не упади. Сережа во всем такой. Ой, Сережа. Сереж, смотри, я тебе еще одну покажу последнюю. Не так. О, поветряная тревога. Нет, пока он идет. Не так, спешишь. Да ничего, мы же под землей. Смотри, Сереж, я тебе покажу одно, что... Через туда только. Зайка, и запоминаешь же, как правильно начинать. Потому что мы придем потом с детками, со всеми вместе. Так. Через вперед. Так. Вот. Угу. Смотри, Сереж. Я хочу тебя такое тоже научить делать. Смотри, Серёж. Всё, молодец. О, уже запомнил, видишь? Какое наделаешь, что получается? Я сама уже буду тренером! Серёжа будет тренировать, да? Мы дома такие повесим. Я могу закрутить вот так. О, давай. Только не жить. Хорошо. Я сама. Да я не вижу. Серёга, кись. Все, давай ночью. Идем с двумя тренерами. Идем с тренером. Серёжа, тоже будем по лучкам? Садись. Давай, руки вперед. Вот так. Стоп. Перекрутились. Через вперед. Вот теперь прыгаем, ноги. А тут стенка. Ноги в шпагат, Сереж, широко. Через сторону. Нет. Вот так, как ты только что сделал. Только сразу так делай. Во. Будешь учиться сам. Через сторону делать. Во. Вот так. Закрепляй. Закрепись носком.
Где это подтягивается? Каша, кушал сегодня? Сереж, тебя закрутят. Бутерброды кушал. Закрути. Сейчас мы тебя закрутим. Сережа, ты как в цирке выступаешь. Теперь отходи. Да побачи меня. Да, Лисочка, мы с Катей еще увидимся. Что дальше? Помнишь? Нет. Так, стоп. Ты как встать, надо его накрутить, как колбаску. Я знаю. Я попробую собаку, хорошо? Давай. Так, я помню, сюда встаю. Да, перехватилась. Так, ровненько стою. Правая, стоп, ножка назад. Правая, ножка назад. Если что, помню. Вот теперь накручиваемся. Серёж. Раз. И два. Стоп, стоп. Только ножка должна быть ровная. Ровная, Алис, как на шпагате. Езжай. Можно еще так сломить. Площадка? Да. Серёж, хочешь, я научу с тренером делать? Давай сначала мы тебя научим, чтобы ты сама делала, а потом уже будем Серёжу. Хорошо. Хорошо? Доча, не спеши. Хорошо, сейчас сама пробую. Давай. Как вы говорите, если будешь что-то... Неправда, то есть. Только левая ножка должна быть ровная. Хорошо. А правой ты накручиваешься. Хорошо. Левую ножку ставишь. Ставишь ее на гамак. А-а-а. Вот, а правую назад. И в сторону. Вот ко мне. Подожди, моя рука. Я сама еще попробую. Ну, подожди. Ты сначала научись, Алисочка. Вот. А эта ножка ровная. Ровная. Вернее. Вот. Теперь правую перекидывай. Я закручусь. Я закручусь. Все, стоп. Вот видишь, еще на доме руки? Она для салуты. Во. Во. Это ласточка? Да. А теперь раскручиваемся. А как? А вот так вот. В обратную сторону. Раз. И еще раз. Два. Только надо встать на гамак. Надо красиво закончить. Понял? Это что? Растейте, уходи, хорошо? Все. Сразу будем вот в ласточке. Не так. Вот видишь, что не накрутил ее, что он стал? Да! Видишь? Накручиваешь. Накручивать надо. Другую сторону, Сережка. Вот так вот накручиваешь. Ставишь, держишь руками, ставишь ногу, а потом перехватываешь. Нет. О, уже отбой. Я от кони колено. Да, хоть Катя не по тревоге поедет. Стричься. Нет, плохо намотал. Иди сюда. Держи, вот тут держи. Ставь ногу. А потом перехватывай. Да. Это на ровно. Это ровно. Поставь. Правая нога назад. И стоп. Ох, и вы все. Пишите. Дай ногу. Сережа, отдай ногу тренеру. Что за? Левая. О, левая рука сюда. А теперь да, чуть-чуть. Держись. А теперь перекручивайся. Перекину ногу. Раз. И два. Стоп. Это на ровно. Во. Сережа тоже в ласточке. И теперь раскручиваемся. Раз. Два. Есть. В жизни надо все попробовать, да, Серега? Левая ножка ровная. Я сгорю. А что ты левую ножку подняла? Я сгорю. Не держите. Я же сама вы сказали. Сейчас перекручу сама. А ты руку не поменял. Левую. А, о, я сама перекручу. А я перекручу. Не в ту сторону. Вот ко мне. Раз, два. Стоп, все. Ножку выравняем. Выравниваем. Есть. А эту можно согнуть. О. Ну, уже распутывайся так. Можно так ножку согнуть. О, вот так. Ровнее. Ну. А спать зато можно. Ну да, только без меня так ручки нельзя отпускать, хорошо? Это я просто тебя тут держу. Доча, держись. Ты же должна чувствовать, где безопасность. Раскручиваемся? Давай. Я сама. Ух, ешь. Довольная, да? Ого, ты уже на курсе. Это булочка с курицей. Гамак будет, это прям колбаска какая-то. Нет, булочка с курицей.
Булочка с курицей? Да. Любишь булочку с курицей? Да. Да? Круассанчик. Все. О, вот это хорошо. Руками держись, я тебя не держу сейчас. И раскручиваемся. Раз, два, три. О, ну, смотри, молодец. Это вообще хорошо. Молодец. Когда не спешишь, все получается. Ножку вторую подгибай. Вот так. Как тебе покажут? Я ласточку вот. Делаю. И раскручиваемся. Вот. Угу. Устала? Немного. По-моему, не немного. Давай папе покажи полностью. Давай я тебе покажу, как я делаю ласточку. Сама хорошо. Только держись крепко. Хорошо, я держусь крепко. Давай. Стоп. Круто. И обратно. И ласт. Во. Молодец. Я бы так тоже смог, только порвется. Вот видишь, как уже научилась. Жалко. Что ты там делаешь, лягушка? А чего не клакаешь? Лягушки же клакают. Ой, зато прыгает, какая милая лягушечка. Ой, не клакает. Эй, что ты ко мне прыгаешь? Ласточка, раскручивайся. Вы сейчас сил не будет раскручиваться. Молодец. Можно последний раз ласточку сделать? Тебе жаба. Да. Лягушка. Лягушка. Так. Так. Молодец. Лягушка. Лягушка, злись, прыгай, кроме не достанешь. Я могу спрячь. Давай, давай, допрыгивай, лягушка. Раскручивайся, дайте. Все. Молодец. Приятно с тобой качать. А, ну, давай этот мягкий коврик. Идем со мной, коврик. Ты пойдешь лечиться. Иди в больницу. Коврик! Эй! Приподними ее чуть-чуть. Надо уколы делать. Иди в больницу. Все. Ложись на спинку. Ножки. Согни ножки. Согни. Согни. Оп, ножки мои. И опа. Сейчас будешь подниматься и давать мне... Спасибо. Сейчас будешь подниматься и давать мне пять ручками. Поняла? Давай. Выше. Вот. Давай, раз. Нет, только ложись. Тогда так, поднимайся. Раз, поднимайся. О, раз. И ложись. И два. Давай, буду чуть помогать. Три. Четыре. Пять. Не спеши. Лисюшка, надо полностью лечь. Головкой дотронься. Вот. Семь. Восемь. Давай, давай. Еще два раза. Девять. Давай сама. Сама. О, молодец. Десять. Все, я тебя растягиваю. Бабочку. Мне очень нравится. Ну все, я тебя оставляю тогда, да? Спасибо. Спасибо за тренировку. Серёжа, давай строить лестницу до потолка. Вау! А зачем? Мы тогда идем до крыши. А зачем вам лестница до потолка? Можно поинтересоваться? Подушечка, побудь немного. О, подушечка. Давай, интересно, какая лестница получится? Попробуем на ней пройти. Давай.
Посмотрим, крепко ли вы построили. Крепко. Все, до потолка достало? Сейчас попробуем. Далеко. Нет. Все, складывайте на место и пошлите. Как вы дружно, дружно складываете. Как строители. Мы пришли в детскую комнату. Куртку нам оставляй, давай. И сумку нам. А где твой телефон? Уверен? Ты его там забыл. Скажи мне спасибо. Катя, Катя! Давай. Я забрала его. Сарька, взуйся. Алиса, когда вырастет, будет смотреть эти видео и хотеть вернуться в это время. О, я уверена. С Катей пошли прогуляться пока что. Такая гарная девчонка. Так, ну что, нагулялись. Ой. Тут у нас Майнкрафт в реальной жизни бегает. Убежал? Да. Куда же мы без веселой горки? Сейчас... Купим 10 спусков и по 5 дети сделают. Не-не, садись. Там для ножек сделано. Ножки вот так, понял? Я боюсь. Не бойся. Давай. На мешок. Ну что, понравилось? Как ковер-самолет. Так, ты тоже хочешь? Вот у нас Симбулечка, малыш. Ну как ты? Отошел уже от наркоза. Потому что шатался. Еще час назад шатался. Теперь у тебя зеленая попа. Какой Снежка. Аж похудел за день. Очень похудел Симбулечка. Еще выпускать тебя уже. В принципе, врач сказал, что его сразу можно к другим котам, но мы подержали отдельно. Все, пожалуйся, пожалуйся Батону. Батуша, пожалей, видишь, что ему там сделали, да? Сказали, сразу можете выпускать, но, мол, его может еще стошнить. А так вот. Так, дети тут сделали на моем халате какой-то опять для кошек уголок. Птичка вот эта сидит в гнезде. С птенцами. Кошки приходят, тут корм едят. А мы с детьми сидим на кровати и
книжки я всякие понаходила с наклейками. Их жалко выкидывать и так далее. Мы их доделываем. Здесь надо клеить пуговицы, дождик, капельки. Ну, не знаю, мелкая моторика. Вот это отклеивать мелочи, эти приклеивать. Так, а смотри, там же... Вот если на дереве капельки, ты ищешь именно коричневый фон и синюю Сережа капельку. Сережа сказал, хочет одеть. Я сказала, хочу. Коричневый. Именно поняла, фон мама? Проверять, да. Вот если на этом зонтике, то фон должен быть такой, как зонтик. Поняла, мама? Да, да, поняла, конечно. А что у тебя капелька вверх летит? Вниз. Но если она летит вниз, то она должна быть такая какая-то. Переверни ее. Так, теперь Алиса взялась клеить профессии. Так. Доктор, это страничка номер 1. Так, это страничка 8, не то. Это страничка 9. Это страничка 10. Это страничка 5. Это страничка 4, полицейский. Я его тоже хочу сделать. Так, это страничка 6. Это страничка 3. Это страничка 2. А вот и страничка 1. Угу. Давай, делай доктора. А вот здесь есть подсказка, какой доктор должен получиться. Вот глазки. Сюда. Молодец. Ровненько попал. Еще вот так. И вот такой плюсик. А зачем ей на шапке плюсик? Ну, что больница. Чтоб все знали, что это доктор, да? А что это за профессия? Кто это? Моряк. Моряк. Ой, а это полицейский, кто? Я бы хотела сделать. Ну смотри, о, страничку 4 ищи тогда. Я знаю страничку 4. А это что за профессия? Кто это, Алисочка? Фу, не знаю. Она помогает пассажирам в самолете, приносит им воду, разговаривает с ними. Понятно. Вот она, смотри. Эта профессия называется стюардесса. Я видела. Стюардесса. Да я знаю, я видела... Так. Что, устал? Вот страничка 4. О, волыка. Ну да, у полицейских должна быть большая фуражка. Угу. Вот личико такое. И пистолетик. И еще наручники. А вот они. А, там есть. Приклеила. О, деловой полицейский получился. Я еще хочу сделать ее. Стюардесс. Это чуть. Стюардесс. Стюардесс. Это три троечку надо найти. Угу. Так, это страница 3. Поняла, вот она. Страница 3. Сначала наклею ее хорошенькое личко. А кто вот это что? Это что? Рта нет, глаз нет. Вот ротик. И глазки сейчас наклею. И правда хорошенькое личко. Сюда. А во многом благодаря тому, что она улыбается. Угу. Когда человек улыбается, он всегда больше нравится окружающим. Его воспринимают сразу тоже с улыбкой. Ты улыбаешься, в ответ тебе сразу человек тоже улыбается. Мама. Кого сейчас делаешь? Учительницу. Только я не поняла, что такое, где? Что? Так там и так и должно быть. Там же аниме тоже одной. А ее просто под волосами не видно, второй душки. Ой, я сделала. Я как по заказу нашла вторую такую же книжку профессии, точно такую же. Сейчас я Сережа полицейского сделает и учительницу. Опа, моя учительница скоро будет готова. Ой, Сережа повара делает. Вот. Угу.